жителей Ульяновской области с новым 2024 годом. Пусть в год семьи ваши близкие будут всегда с вами рядом, а в доме будет радость, благополучие и счастье. 24-й год – это год юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому читайте сказки Пушкина всей семьей, смотрите фильмы по произведениям Пушкина, приходите к нам в учреждение культуры на мероприятия, посвященные этому юбилею. Желаю здоровья, успехов, благополучия и всего самого-самого доброго. С Новым годом!